Позвольте вас сейчас немножко вернуть к тем естественным, к тем экспериментам и естественным результатам, которые мы получили в наших экспериментах и не только в наших экспериментах. Ну, вначале хочу сказать, что для всех присутствующих в зале увеличение продолжительности жизни как процесса уже это очевидное, поэтапное увеличение происходит. Но как долго он будет продолжаться? Вероятно, будут какие-то отклонения. По прогнозам есть несколько вариантов, но самый оптимистичный, что этот процесс будет выходить на плато. И по основным результатам прогноза, начиная с 2015 года до 2100 года, обратите внимание, прогнозируется увеличение доли людей 60-летних и увеличение от 2 в 2 раза сначала, а потом до практически в 3 раза к 2100 году. И самое интересное, по тем же прогнозам будет наблюдаться увеличение число 80-летних, то есть совсем пожилых людей. Можно ли задержать старение? Об этом сегодня уже говорили. Ну вот, по данным американских авторов, предполагается, что если мы будем бороться с какими-то определенными заболеваниями, свойственными возрасту, сердечно-сосудистыми, с раковыми заболеваниями конкретно, то это не принесет такого эффекта, если мы не начнем бороться со старением в целом. Что при этом происходит? При этом будет увеличиваться количество пожилых людей, но это будут здоровые люди. То есть замедление старения в целом будет приводить и снижать инвалидизацию. И было посчитано, что экономический эффект замедления старения будет оцениваться в 7 триллионов долларов в ближайшие 50 лет. Ну и переходим к способам. Уже здесь говорили о геропротекторах, а это способы. Геропротекторы – вещества, препараты, которые либо увеличивают продолжительность жизни, либо препятствуют старению. И данные эти были получены, как уже сказал Владимир Николаевич, в экспериментальных исследованиях, то есть на моделях животных. Ну вот один из способов – это диеты. Диеты средиземноморская – это способ питания, окинавская позволила себе некоторую небрежность, количество жителей Окинавы имеет специфику питания, которая отражается на том, что у них наблюдается наивысшее количество в мире столетних. Ну и вегетарианская диета, не буду о ней останавливаться. Но общее – это снижение калорийности питания, поэтому ограниченная по калорийности диета – которая может быть являться на сегодняшний день самым действенным и реальным геропротекторным способом. Но не всем это может подходить, потому что нельзя бесконечно снижать уровень калорийности, то есть минимальный вот этот уровень, который может быть, это 30-40%. Ну и, естественно, идут по другому пути. Это поиск миметиков, ограниченной по калорийности диеты. Это анорексанты или антидиабетические бегуаниды, о которых тоже сегодня уже говорили. Ну, на слайде представлены они все и перечислены. Эффект действия их тоже практически все знают. Но имеется побочный эффект, особенно это касается фенформина и буфармина. Я позволю также себе повториться и привести оригинальный график, который был представлен в первой работе. Мы, последователи, и все, кто учился и работал в лаборатории канцерогенеза и старения, мы с уважением относимся к тем исследованиям, которые проводились в дружественной нам лаборатории, лаборатории Владимира Михайловича Дильмана, где и начинал работать Владимир Николаевич. И вот совместно ими было установлено, что фенформин – это черные кружочки. При длительном введении увеличивал продолжительность жизни по сравнению с беленькими кружочками. При этом был выявлен и антиканцерогенный эффект, то есть наблюдалось снижение развития новообразований как в целом, так и опухолей молочной железы, которые характерны для мышей этой линии. Далее к этому исследованию приложил руку Владимир Николаевич.
буфармин увеличивал продолжительность жизни уже у крыс, ЛИО, Ленинградский институт онкологии, так называемая линия. И здесь увеличилась только максимальная продолжительность жизни на 2 месяца и тормозился кумулятивная частота развития опухоли. Помимо влияния антидиабетических бегуанидов на интегральные показатели старения, важно отметить, что эти препараты тормозили и старение репродуктивной системы. В чем это выражалось? Вот у самок крыс уже в более позднем возрасте не снижалась существенно частота эстральных циклов, нормальных, регулярных эстральных циклов, что свидетельствовало вот о торможении старения именно репродуктивной системы. Ну, уже также об этом говорили, что в дальнейших экспериментах in vivo на различных моделях спонтанного канцерогенеза, индуцированного канцерогенеза и на мышах различных, модифицированных мышах, трансгенных и нокаутных, не наблюдалось ни одного случая стимуляции канцерогенеза под влиянием этих препаратов. Далее, можно сказать, что в связи с тем, что имелись всякие побочные эффекты, определенные побочные эффекты. Буфармин, фенформин были сняты из, не использовались в клинической практике, и остался один метформин. И вот в 2005 году в нашей лаборатории был получен первый результат по геропротекторному эффекту у мышей, трансгенных мышей, самок мышей, которые не только увеличилась продолжительность жизни, но, как уже говорилось, снижалась частота развития новообразований, в основном множественность. Это 2005 год публикации. Надо отметить, что в это же время появилась публикация, которая свидетельствовала о том, что метформин снижает риск развития рака у пациентов с диабетом. Мы также проводили исследования, и в том числе и мы проводили исследования по влиянию метформина на рост злокачественных на образование инвитро, и там также не было получено никаких примеров или случаев стимуляции канцерогенеза под влиянием этих препаратов. На других моделях изучалось сочетанное воздействие метформина и противоопухолевых препаратов. Оказалось, что именно сочетанное воздействие с рядом цитостатиков очень сильно снижало рост, уменьшало объем, снижало рост перевиваемых опухолей. Причем в данном случае представлены модели опухоли молочной железы, но при этом работал метформин и на модели перевиваемой опухоли предстательной железы, при этом он потенциировал эффект доксорубицина. Наши исследования были продолжены дальше. Мы изучали эффект введения метформина в разные возрастные периоды. Оказалось, что чем раньше начинать его введение, то при реализации, при окончании эксперимента наиболее лучшие результаты были получены по увеличению продолжительности жизни, если это введение начиналось в раннем возрасте, то есть с трехмесячного возраста. А более позднее введение, начало введения с 9-15-месячного возраста не оказывало такого выраженного геропротекторного эффекта. Вот у мышей линии 129 оказалось, что также раннее введение вызывало своеобразный эффект, геропротекторный эффект был не столь выражен у самок, но тем не менее наблюдалось увеличение продолжительности жизни. А вот то, что касается влияния на спонтанный канцерогенез, то в данном случае происходил как бы разнонаправленный эффект. То есть снижалась частота злокачественных новообразований сарком под третьим номером, а при этом увеличивалось число доброкачественных новообразований сосудистых опухолей, которые вообще опухоли матки характерны для этой линии. И мы попытались оценить эффект неонатального введения в дальнейшем метформина. Здесь оказалось совершенно удивительная история, которая практически поменяла эффекты у самцов и самок. То есть при раннем неонатальном введении, это на 3-й, 5-й, 7-й день после рождения мышатам,
Далее метформин не вводился. И после этого мы наблюдали до окончания жизни. И получилось, что у самцов, наоборот, произошло увеличение продолжительности жизни и снижение частоты развития новообразования. Это левые графики, верхние и нижние. А у самок наоборот. Мы как бы свои исследования продолжали и дальше, но уже, как было сказано, снижалась частота развития новообразований опухолей тормозилось развитие рака у пациентов с диабетом. А вообще существует ли такая связь сахарный диабет и рак молочной железы, риск развития рака молочной железы? Вот здесь представлены результаты 10 мета-исследований, это мета-анализ. И в 8 из этих 10 было показано, что сахарный диабет второго типа увеличивает риск развития рака молочной железы. То есть диабет является независимым фактором риска развития этой патологии. Я не буду сейчас подробно останавливаться на тех исследованиях, которые проходят в клинике. Почему? Потому что их очень много, их порядка 44. Ну, не все так просто и все однозначно. И в основном вот эта неоднозначность, что я имею в виду? Есть результат, скажем, увеличение, вот первая работа, представленная здесь 2009 года, есть увеличение частоты ответов на лечение метформином, но при этом выживаемость не менялась. Более лучшие результаты были получены по раку предстательной железы и колоректальному раку. Вывод такой, что существует какая-то неоднозначность результатов. Ну, если конкретизировать, то это в большинстве случаев, как я сказала, касается рака молочной железы. И, возможно, это связано, по мнению ряда авторов, с тем, что женщины с раком молочной железы – это постменопаузальные женщины, и это возраст. А, соответственно, возраст увеличивает вероятность развития других заболеваний, то есть развивается коморбидность. И при этом эффект метформина может быть нивелирован именно вот развитием каких-то других заболеваний. И вытащить или понять, увидеть этот эффект, может быть не так видно. Ну, видимо, эти исследования и многие другие послужили организации первого в мире исследования, направленного на изучение геропротекторного эффекта метформина. 3000 людей пожилого возраста от 70 до 80 лет будут получать метформин. При этом у них нет сахарного диабета второго типа, но у них есть повышенный риск развития ряда заболеваний. И исследование будет двойным слепым, и в результате через 5-7 лет можно будет провести сравнение вот частот развития тех заболеваний, на которые нацелены сердечно-сосудистые, онкологические и нарушения когнитивных функций. Будут ли какие-то результаты, мы пока не знаем, мы с нетерпением их ждем всем. Но здесь есть два момента, которые могут быть выгодны. Первое – это мы увидим, действительно ли работает метформин как геропротектор. А второе – это возможная платформа для изучения в дальнейшем других геропротекторных препаратов. Я не буду также останавливаться на схеме. Сегодня схем было достаточно много. Но вот эта схема именно отражает инструмент и влияние метформина на процессы, которые происходят при старении. То есть на рецепторы влияния и в дальнейшем запускает механизм, который влияет, как считают все, в основном подавляют МТОР. И реализуется улучшение качества жизни и, соответственно, увеличивается продолжительность жизни. И в конце, вот все-таки все то, что было сказано и показано на графике в начале лекции, в начале доклада, да, действительно, мы сможем лучше получить лучшие результаты, если не будем бороться с каждым возраст ассоциированных заболеваний, а в комплексе именно бороться со старением. Этот результат может быть более и лучше и очевидным. И последнее, в какой период начинать эту борьбу? Вот очень интересная схема, которая не указывает возраст, когда нужно использовать метформин или какие-либо другие вмешательства в процессы старения на ранних стадиях, на клеточных. Когда начинаются первые изменения или когда уже эти изменения переходят в хронические заболевания.
Вот именно это в дальнейшем нам в том числе предстоит выяснить. Благодарю за внимание. Спасибо, Юлия Ивановна. У нас есть 4 минуты для вопросов. Пожалуйста. Вы знаете, это просто было показано на сцене. Это не наши данные. Повторите, пожалуйста, вопрос. На гипонектин как меняется? Переводите. Can you repeat the question? You. Повтори вопрос. Можно микрофон использовать? Мы не переводим без микрофона. Вопрос? Как меняется адипонектин? Дайте, пожалуйста. В наших исследованиях это не оценивалось. Это было показано на схеме, что метформин имеет... Вопрос не был переведен. Извините. Я хотел узнать, как влияет воздействие метформина на гормоны жировой ткани, адипонектин и лептин? Была ли такая связь установлена? В наших исследованиях мы этим не занимались, но существуют данные, которые свидетельствуют, что именно рецептор, у метформина есть рецепторы к ряду факторов, в том числе адипонектину, которые участвуют в процессе старения. Вот. Я могу вам дать ссылку. Еще вопросы? Пожалуйста. Очень интересное исследование планируется с метформином, но вот учитывая данные, которые были показаны на экспериментальных моделях о том, что введение метформина в более раннем возрасте оказывает, собственно, геропротекторный эффект, можно ли вообще ожидать успешности вот этого крупного исследования, которое планируется, на ваш взгляд? Спасибо. Андрей Владимирович, мы с нетерпением ждем результатов, но, видимо, при планировании данного эксперимента не всегда учитывались экспериментальные результаты, в частности, наши. И выбор пациентов именно такого возраста, 70-80 лет, очень сильно снижает уверенность в том, что мы получим какие-то сильно достоверные факторы, потому что через 7 лет либо произойдет смертность от других причин или что-либо другое. Ну, не мы же планировали этот эксперимент. Спасибо. Еще вопрос. Клавдий. Yes, so I am in an age that... Но я в таком возрасте, когда метформин уже мне не поможет, получается, да? Собственно, у меня вопрос... Метформин, он используется в миллионах пациентов с диабетом. Есть публикации результатов, что те люди, которые получают метформин, когда у них диабет, они живут дольше, чем люди без диабета даже. Есть ли аналогичные данные по раку? У людей, пациенты-диабетики, если им дают метформин, есть ли такие данные, живут ли они дольше? Большое количество людей принимали метформин, и те, которые имели эффект, я имею в виду, правильно понимаю вопрос? Also in the literature, in the... Литературе. В основном литературные данные свидетельствуют о том, что метформин назначался пациентам с сахарным диабетом второго типа и при развитии определенных или имеющих рак какую-либо раковую патологию. В большинстве случаев это касалось рака молочной железы, то бишь это были пациентки, женщины. Не только. Есть результаты и о мужчинах с раком молочной железы, у которых также наблюдалось снижение. Но если я правильно понимаю, то там метформин в некоторых исследованиях клинических получали и пациенты с диабетом при раке, и без диабета, но имеющие рак определенной локализации. И там эффект был именно по ответу на лечение метформина положительный. Метаанализы, я добавлю, метаанализ по метформину говорит о том, что большинство локализаций
имеется, да, положительный эффект. Это не только рак молочной железы, это рак предстательной железы. Колоректальный рак, да, я сказала. Колоректальный, эндометрий, легкие, яичники и много других. Это надо смотреть. Обзоров за последние 5 лет, около 50 обзоров только, метаанализов опубликовано. Миллионы людей обследованы, везде снижение риска рака. Кое-где не удается это показать, это связано с особенностями когорт, которые отбирались, и не до учета, может быть, каких-то факторов, которых мы не знаем еще. Спасибо.